Просто посмотрите, какая просто мамочка, да, чисто тетя, на выборы, понимаете? Бля, вот сейчас бы полететь какого-нибудь арабу в Дубай. Мальчик, я надеюсь, ты хотя бы на 8 марта посуетишься, а? Тетечке хотя бы тюльпанчик один подаришь, как бы, да? Тетя денежку тратит на себя, блядь. В Дубай не летит из-за тебя, долбоёб. Такое чувство, что, знаете, ей кожу взяли, щек, натянули вот так вот, она, и пальчик хотя бы один мне купишь, да? Боже, чего они с собой делают, ёханый бабай. Ребята, всем здорово, Саныч на связи, даже палец мой в шоке от этого всего. Ребята, представляете, вот мой палец ежедневно испытывает десятки землетрясений, ну, в его понимании, как бы, да, ну, представляете, какой у него натренированный скафандр, да, и даже он в шоке с этого всего. Чего, да? Я бы полетела к арабу какому-нибудь в Дубае, да ты мне долбоёб не этот, не башляешь ни хрена, как бы, да? Я извиняюсь за свой французский, ребята, ну как их, блин, цитировать без мата, а? Это надо учиться, надо учиться.